Первый этаж. Осматриваем апартаменты. Это у нас Piccadilly Circle. Just let me know when you're done. Okay. Just, you can go on in and take your video. Первый этаж. Удачное расположение, потому что в летний период утром здесь будет светить солнышко. Но, учитывая, что у нас климат и широта Стамбула, несколько будет жарковато в течение дня, а так здесь будет немножко такая полутень. Здесь у нас кухня. Плиточка, смотрю, они отмыли все здесь. Нержавейка, шкафчик для разного хлама. Так, идем дальше. Посудомоечка. Так, модель немножко старенькая, но работает. Холодильник работает очень хорошо, прям холодно. Холодильник отмыт, чистый. Здесь полки. Так, идем дальше. Климат-контроль. Блок вот этих самых предохранителей, рубильников. Автомат пакет здесь у нас располагается. А здесь у нас еще один шкаф. Технологическая комната, она вообще обычно закрывается, но, я так понимаю, она сейчас будет открыта, поэтому можно какой-то небольшой хлам сюда складировать, как дополнительную. Так, у нас здесь, о, ванная комната, обычно такой вот, шкафчик здесь, это американцы любят такую штуку, со светом, ванна отмыта. Занавески нужно будет купать. Обычно американцы выбрасывают после съезда жильцов эти занавески, но ни копеечные они стоят. Недорого. В любом магазине Family Dollar или Dollar General. И вот такой вот как бы мастер bedroom. И выходит у нас на вот такую вот лужайку на зеленую окошке. То есть очень даже вот так вот здесь все. Радостно и позитивно. Пол — это у нас ковролин. Они его отмыли. Менять, скорее всего, не будут уже. Вот, а здесь он, по-моему, новый уже заменен вот здесь. Окна, конечно, до зеркального блеска американцы ленятся вымывать, но это уже как бы детали. Но зато вот открывается прям такой садик небольшой. И парковочка, можно свою машину здесь поставить. Опять же, можно при желании арендовать гараж за $50 в месяц. Вот такие апартаменты. 575, по-моему, долларов. Я еще раз уточню. Вот в месяц. Это без коммуналки. Вот такие апартаменты. Эми! А, ушла уже. Ну ладно.